Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такой небольшой ликбез, что называется, потому что я думал, что эти вопросы, в общем-то, многим известны, но почему-то в личку и в другие соцсети приходят часто вопросы от покупателей по поводу возвратов, обменов, как получить, у меня там что-то сломалось, транспортная компания прислала бракованную удочку, что я с этим могу сделать, почему так и тому подобное. Значит, как подстраховаться от получения ломаной удочки? Первое, когда вы приходите в транспортную компанию получать удилище, вам необходимо первым делом осмотреть упаковку. Если тубус, в котором приходит вам ваше удилище, ну, либо там катушка, коробка, соответственно, с катушкой, в общем, ваш товар, да, если сверху повреждена упаковка, вы ни в коем случае не забираете его, не оплачиваете доставку, а просите написать претензию в транспортную компанию. У оператора всегда есть бланки, либо распечатанные, либо он вам распечатает, потому что транспортные часто, ну как, условно часто травмируют упаковки, да, и, соответственно, ломают то, что внутри, поэтому, чтобы вы не попали на это дело, и не было каких-то там конфликтов, где-то там затягиваний, разборов и тому подобное. То есть, первое, вы смотрите упаковку. Если упаковка повреждена, где-то вы заметите там удары, еще что-то, любое повреждение, как я сказал, пишите заявление, и не принимаете эту посылку. Второе, если упаковка в порядке, вы ее вскрываете там же в отделении, не оплачивая, и говорите: давайте я хочу посмотреть, что внутри, потому что бывают такие товары, которые от тряски лопаются, как бы, и если они, допустим, плашмя, условно, тубус там с чем-то или какая-то коробка плашмя упадет, да, то внешне она может быть не повреждена, но внутри может все разбиться. Поэтому у нас такая вот история была, например, с дробью. Была большая упаковка, вот такая дробинок, да, от фирмы Колмик, и она, ее где-то грохнули, хотя у нас была, да, и внешне все хорошо, а внутри трещины все, то есть разлетелась вся упаковка. Поэтому второе, что вы должны сделать, это вскрыть упаковку прямо при человеке, ну, при сотруднике там транспортной компании, да, там, чтобы, чем вы получаете, кит, энергия, СДЭК, там, как угодно. И вы смотрите, соответственно, если все в порядке, уже оплачиваете, ну и вопрос закрыт. Если не в порядке, опять же, не получаете эту посылку. Дальше что происходит? Вы, не получив посылку, связываетесь с менеджером магазина, ну и в данном случае там, ну, условно, любого магазина, где вы получаете, где вы покупаете. Да, я надеюсь, что вы будете покупать у нас в магазине, но вот, тем не менее, информация это общая для всех магазинов. Связывайтесь с менеджером и говорите, что так-то, так-то, у меня вот повреждена товар или упаковка. Что они должны сделать? Они вам должны либо сразу же отправить точность такое же удилище, там, ну, что угодно, ваш так, товар, да, что повреждено. То есть вы в конфликт с транспортной компанией вступать не должны вообще. То есть вы отписались, заявление не приняли и сказали им до свидания. Позвонили в магазин, магазин должен вам выслать. По какой причине он может не выслать магазин? Причины, как правило, скажем так, три. Первое, ну что может предложить, это три варианта, да? Если, допустим, у магазина просто нет такого же точности товара, они вам должны вернуть деньги сразу же и быстро. Первое. Второе, они могут предложить вам альтернативный вариант, допустим, со скидкой, либо аналог этого поломанного, да, там, то, чего они вам прислали, товары. Ну, либо там что-то в подарок дать, я не знаю, это уже как договорить. Но суть в том, что чтобы подстраховаться от каких-то моментов, вы без осмотра не должны принимать этот товар. В случае нашего магазина «Мультифиш» у нас с этим проблем вообще никогда уже нет. Мы ввели такую процедуру, помимо трехкратной проверки, ну, в частности, удилища либо любого товара, которого мы отправляем, мы еще в момент упаковки менеджер вот за этим столом, здесь стоит камера, он приносит на стол весь товар, там, удилище, катушку, что там вы будете покупать, да, что он вам упаковывает, говорит имя, фамилия, отчество ваше, говорит номер вашего заказа, говорит, куда идет отправка, перечисляет, что именно из позиций, соответственно, у него на столе, да, он вам упаковывает,
И при камере это все съемка идет, он показывает, вот катушка там условно, да, вот она крутится, шпуля снимается, положил назад. Колено, каждое колено фидера там, или махалочку смотришь, да, вот вытаскивает с торца, показывает на камеру все. То есть мы сразу видим, что здесь все в порядке. Поэтому если к вам вот это, да, и, соответственно, это в памяти остается, хранится это, пока к вам это не приедет. Поэтому любые с вас, это наши съемки, снимают с вас и вопросы все. То есть вы сразу беспроблемно получаете новое удилище, если там что-то. У вас не будет, как во многих магазинах, выяснение отношений, вы ли это сломали, да, или это СДЭК сломал, ну, условно СДЭК, там, транспортная компания какая-то сломала и так далее. То есть у вас такого не будет. Все, вы это застрахованы полностью от всех разборок. Вы просто позвонили менеджеру, лишний звонок у вас только будет. Менеджеру позвоните, сказать, сломали, не получил, и вам тут же отправляют. А мы уже отсылаем это видео в транспортную компанию, которую заломали. Они нам, соответственно, компенсируют это как-то, там высылают это поломанное удилище, которое вы не приняли, или там товар, которого вы не приняли и так далее. То есть этим самым вот вы полностью снимаете все вопросы. Так, что касается возвратов товаров, допустим, да, вот говорят, я сломал, там можно, у нас есть такие индивидуумы, были, что на свой день рождения человек там выпил хорошо, как говорится, вино полезно для здоровья, а здоровье нам нужно для того, чтобы пить водку. В общем, человек отпраздновал день рождения на радостях под этим делом, посчитал, что у него огромное количество денег хватит на все, закупился удилищами впрок, да, а потом отошел, осознал реальную жизнь, и через там условно неделю, 2, 3, 5 недель аж, были такие, что месяц проходит и два, да, и звонит нам, а можно вам все это вернуть. Вот в таких случаях мы принимаем назад удилище, да, в течение 2 недель, с полностью в идеальном состоянии, не ловленные, с этикетками, с бирками, вот все как мы ему и отправляли. Только в таком случае в течение 2 недель мы это удилище принимаем. Если прошло больше времени, для своих клиентов, для участников программы лояльности, скажем так, с людьми, с покупателями, они уже не первый год у нас покупают, мы всегда идем навстречу. У нас были такие случаи, что мы заменяли там ручки для подсачников, фидер, который человек покупал, он думал, что он там будет им пользоваться, потом он год пролежал у него дома, он не пользовался им, он переехал там в другую квартиру, что ли, еще куда-то, он нам говорил, вот, и там у него уже река, оно не подходит. То есть мы идем навстречу абсолютно для таких людей, для своих, потому что человек нам делает добро, что называется, да, приверен магазину, приверженец нашего магазина, и мы не можем ему не платить тем же. Поэтому мы всегда для своих клиентов всегда идем навстречу. И не только в возвратах, мы еще идем навстречу в плане там гарантии поломок. То есть, допустим, кто вам даст полную гарантию, совершенно бесплатную, на заводской брак, на весь срок службы удилища. На бессрочная гарантия, на ремонт, также бессрочная гарантия мы даем. То есть у нас сервис-центр условно 20 лет существует, там больше 20 лет он существует. Естественно, у нас огромный опыт, да, и мы даем на бесплатную гарантию на наш ремонт на весь срок службы удилища, абсолютно. Но это я отвлекся по поводу ремонта, конечно. Поэтому по поводу возвратов и принятий с транспортных компаний я вам все сказал. Надеюсь, что это послужит вам большим плюсом и примером, и наш магазин послужит и уже служит примером для многих других магазинов. Я замечаю, как нам звонят часто из других магазинов и советуются, а как вы вот это сделали, а как вы вот сообщаетесь с той транспортной, а как вы вот проверяете вот здесь, вот, да, потому что есть какие-то удилища, которые действительно много косячков. Вот по той же, опять же, почему я сервис-центр упомянулся, потому что, сами понимаете, больше 20 лет сервис-центру, в который присылают на ремонт удилища со всей России,
люди знают, доверяют, уже многократно ремонтировали, уже там не один год, и некоторые и 10, больше 10 лет к нам приезжают, не приезжают, а присылают эти удилища. Естественно, у нас скопился опыт огромный. И мы понимаем, какие удилища, слабые места у каких, где что ломается и так далее. Поэтому, естественно, мы их проверяем, мы знаем, где что проверять и где у кого смотреть. Плюс мой опыт и мое нахождение на разных заводах-производителей, да, я знаю, с каких заводов идут какие удилища, знаю, какие косячки на них бывают. И, допустим, определенные модели фирмы заказывают одни и те же модели с двух разных заводов по разной себестоимости. Это я вам так вот секрет открываю, да, и с более дешевого завода, и с более дорогого завода, по которому качество, естественно, намного лучше. Да, но для того, чтобы как-то прибыль иметь, они вот так, таким макаром так вот пользуются, такими вот небольшими хитростями, да. Но, естественно, тот, который дешевого завода, там кисяков намного больше, чем тот, который, да, хотя продается здесь это все в одну цену. Поэтому я просто общаюсь с заводами чуть ли не каждый день, да, и знаю эти все вещи. Поэтому, скажем так, вам, ну, я вам гарантирую, что мы обеспечим, так, совместный труд нашего персонала магазина вам обеспечит и отправку, и беспроблемность в случае действительно поломки транспортной компании, да, и получение нового удилища, либо там возмещение денег, еще что-то, как вам понравится больше. Ну, соответственно, менеджеры знают, что и как проверять, и они вам и подберут удилище правильное, потому что менеджеры у нас чемпионы мира по фидеру, и тогда и эксперты серьезные. Ну, в общем, покупайте мультифиш, всего вам доброго и до новых встреч.